В РФЭЦ вне всегда уделяли большое внимание спорту. Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение молодежи в занятия физкультурой – одно из приоритетных направлений социальной политики ядерного центра. При поддержке РФЭЦ вне сотрудники активно занимаются футболом, пляжным волейболом, баскетболом, плаванием и другими видами спорта. Ежегодно с большим размахом празднуется День физкультурника и проходит осенний марафон. Символично, что 10-й юбилейный марафон выпал на 2019 год, объявленный в госкорпорации Росатом годом здоровья и здорового образа жизни. 250 участников собрались на территории детского оздоровительного лагеря имени Гайдара, чтобы насладиться спортивным соревнованием. К юбилейному осеннему марафону организаторы подготовили много сюрпризов. Водные аттракционы и праздничный салют. 10-й юбилейный мы действительно решили сделать праздничным и красивым. Была зарядка со звездой, которую мы очень долгие годы мечтали, и в этом году она у нас получилась. Были фейерверки, был исполнен очередной раз наш гимн. И много сегодня действительно больше, чем когда бы то ни было команд. Хочу сказать, что в 2009 году мы начинали с 5 команд, а в этом году у нас 18 команд. Хотя при расчете нашем считается, что больше 16 команд осенний марафон принять не может. Но даже здесь мы нарушили правила. На открытии соревнований подняли флаг с эмблемой марафона и исполнили гимн. Молодежный слет на территории детского оздоровительного лагеря имени Гайдара стал неотъемлемой частью досуга специалистов ядерного центра. Сотрудник РФЭЦ-НЕФ Илья Солдатенко в 5-й год подряд участвует в марафоне и считает, что после таких спортивных событий работать с коллегами значительно проще и приятнее. Все знакомятся, все очень радостные. Очень повышает и командный дух, и работать проще потом с людьми между подразделениями. Огромный вклад замечательный в работу такие мероприятия вносят. Я считаю, то, что мы все вместе замечательно работаем в коллективе и будем дальше тренироваться, работать вместе все лучше и лучше и сплоченней. Одна из главных ценностей Росатома – единая команда. И одно из важнейших направлений молодежной политики РФЭЦ-НЕФ – это формирование у молодых специалистов чувства локтя. На осеннем марафоне сотрудники решают общие задачи, вырабатывают стратегию и тактику их решения. 10-й раз мы проводим, наша молодежная комиссия проводит этот спортивный праздник, он можно назвать. Вы знаете, его уже вся молодежь полюбила и ждут с нетерпением каждый год. От желающих, вообще говоря, отбоя нет. Команда показали и ловкость, и быстроту, и некоторую смелость, мужество. Есть такие моменты. Ну, а самое главное, чтобы проявили дух именно команды. Каждый год организаторы стараются сделать программу ярче и интересней. Марафон традиционно прошел в 2 этапа. На игровых точках команды соревновались в беге, отжиманиях, прыжках и плавании. После молодых специалистов ждал увлекательный квест. Потрясающий квест, очень необычный, очень интересный. Мы отошли от веревочного квеста и пришли именно к командообразованию. С каждым разом желающих попасть на осенний марафон все больше. Гостями юбилейного слета стали представители ОКБМ имени Африкантова. Сотрудники были рады получить приглашение на марафон. Команда из Нижнего Новгорода уже приезжала в лагерь имени Гайдара 2 года назад и увезла массу незабываемых эмоций. У нас идет командообразование непосредственно своей команды, которая у нас представители от предприятия. Вот. И когда мы соревнуемся, проходя данные этапы, мы не соревнуемся друг с дружкой. У нас идет как бы просто... веселье. Вот, мы заряжаемся просто эмоциями. Несмотря на спортивный азарт и конкуренцию, команды помогали друг другу на всех этапах марафона. Первое место в этом году заняла команда «Заводилы» завода в Днев. Победителей и активных участников наградили грамотами и памятными призами. В любом спорте тренеры обращают внимание правилам падения. Именно падая, дети получают тяжелые травмы, вывихи, растяжения и переломы рук. Этих последствий можно избежать, если уметь вовремя сгруппироваться. Правильное падение стало одной из тем обучающего мастер-класса для учителей физкультуры от заслуженного тренера России Виталия Михайлова. Ребенок же общается с учителями в первую очередь. И очень много проводит время с учителями физкультуры. А они... обязаны проводить работу по профилактике травматизма, потому что у нас травматизм очень много. Падений, а ребенок, да и взрослые падать не умеют. Также Виталий Михайлов рассказал педагогам, что такое самостраховка. Он продемонстрировал несколько приемов, с помощью которых дети смогут чувствовать себя более уверенно на скользких дорогах, на занятиях физкультурой, спортивных соревнованиях и туристических походах. Дело, я думаю, хорошее, потому что уже приелась легкая атлетика, спорт, игры, гимнастика, учителя боятся давать много травм. А здесь что-то свежее. И просто научиться падать, это нужно как и детям,
даже пожилым людям. Каждое занятие приносит пользу и какие-то новые навыки, знания. Тем более специалисты высокого уровня, классы показывают нам это. Чтобы знания у слушателей мастер-класса со временем не пропали, Виталий Михайлов разработал специальное пособие. В брошюре, которая всегда будет под рукой учителей физкультуры, он подробно и на примерах расписал, как можно избежать травм при падении. В этой брошюрке написано, сколько происходит травм, детский травматизм. Просто ужасающие цифры. Дети ломают руки, ноги, голову рассыпают. И если их обучить, половину уменьшится травматизм. В планах у Виталия Карловича проводить мастер-классы не только для учителей физкультуры, но и для воспитанников детских садов, школ и студентов. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Испытание первой советской атомной бомбы РДС-1 стало важным событием для мировой истории и особенно истории нашего города. В честь него снимают фильмы, пишут книги и проводят спортивные соревнования. Воспитанники ДЮШ Саров и хоккейного клуба Саров Инвест не остались в стороне и провели товарищеский матч. Пришли провести встречу, посвященную дню создания первой водородной бомбы на территории СССР тогда еще, теперь уже на территории Российской Федерации. Именно поэтому решили собрать саровских зрителей, чтобы показать хоккей, чтобы все насладились этой игрой замечательной, которая, наверное, одна из самых лучших и хорошо развивающихся у нас в стране. Уже на первых минутах игры Саров Инвест забросил шайбу и находился вблизи ворот соперника. Но энергия и желание превзойти игроков старшей лиги сделали свое дело. Ответные броски от юных хоккеистов Сарова не заставили себя ждать. К началу второго периода счет сравнялся. Сейчас хоккеисты усердно тренируются, чтобы в новом сезоне принести в копилку своих команд новые победы. Тренер Сарова считает, что товарищеский матч поможет юным хоккеистам войти в игровой режим. Игра дружеская, такая товарищеская. Мы готовимся к сезону, поэтому особых задач нету. Ну, смотрим ребят, подбираем звенья, пятерки. К концу второго периода Саров Инвест вновь начал набирать обороты. Счет на табло к середине встречи 6-4. На протяжении всего матча сохранялась интрига. Кто же победит? Разрыв между соперниками был минимальный, но опыт и сплоченность сыграли решающую роль. Счет говорит сам за себя. Там все-таки молодежь. Немного не хватает им опыта, у них все впереди. Тем не менее, молодежь сумела забросить нам 4 шайбы. Это замечательно. Встреча закончилась со счетом 8-5 в пользу хоккейного клуба «Саров Инвест». До нового сезона остается пара месяцев. Команда усиленно готовится к предстоящим играм. Взрослые игроки к высшей лиге области, а воспитанники саровской школы к чемпионату России среди юношей. Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». В фестивале приняло участие 5 команд. Всем им предстояло пройти несколько испытаний, нарисовать страшных монстров на листе бумаги и разукрасить их цветными карандашами. Пройти лабиринт, принять участие в веселых стартах и познакомиться с проектом «Театр во дворе». Сегодня у нас представлена наша станция в виде театра экспромтом. То есть ребята придут, разберут роли, наденут маски, попробуют воплотиться в тех персонажей, которым предстоит сыграть. Силу и ловкость ребята демонстрировали в спортивных соревнованиях. Чтобы было весело, организаторы придумали особую форму состязаний – игру «Снайпер». Командам из 6 человек нужно было проявить всю свою меткость, чтобы первыми выбить противников мячом. Мне понравилась больше всего игра «Снайпер», потому что там можно побегать, попрыгать и вышибать людей. Мне больше всего понравилось переходить лабиринт, потому что ты переходишь, поднимаешь ноги, ну, это прикольно, мне нравится. Понравилось все. Я на второй площадке «Молодежка» от «Восхода», и здесь вообще мне все площадки понравились, тем более «Снайпер». Мы «Снайпере», наша площадка, мы выиграли дважды. Самых активных ребят Центра внешкольной работы наградили дипломами и сладкими подарками. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.